Здравствуй, мама. А вот опять пишу письмо. Здравствуй, мама. Все как прежде хорошо, все нормально. Светит солнце, а в горах стоит туман. Мать не знает, как бывает трудно нам. Мать не знает, как мы ходим по горам, как проходят наши юности года в Дагестане, где идет война. Отцом изредка нас шагает наш отряд, там где-то далеко в горах стрельба. Отцом изредка гранаты трассера летят, и от разрыва все дрожит земля. Летают вертолеты, мы идем вперед, и не отступим мы с тобой назад. Молодыми мы приехали сюда, в Дагестан, и сейчас идет война, не забыть мне всех суровых майских дней и лица погибших парней. Большой взрыв гранат шагает наш отряд, там где-то далеко в горах стрельба. Большой взрыв гранат и трассера летят, и от разрыва все дрожит земля. Летают вертолеты, мы идем вперед, и не отступим мы с тобой назад. Вот мой день. А вот приехал я домой, здравствуй, мама. Я вернулся, я живой, посмотрел я своей матери в глаза, постарела же она. Большой взрыв гранат шагает наш отряд, там где-то далеко в горах стрельба. Взрыв гранаты, трассера летят, и от разрыва вся дрожит земля. Взлетают вертолеты, мы идем вперед, и не отступим мы с тобой назад. Назад.